17 верасня у медийной просторы Беларуси знаковый день. Свою работу подшел первый информационный телеканал. Осеннее утро и с праздником, любимая страна! Первый в Беларуси информационный телеканал начинает свое вещание в прямом эфире. И теперь каждый день 24/7 мы вместе с вами на пятой кнопке пишем новую страницу в истории нашей страны. Уже раницей у агульнодоступным пакете глядачи убачили ранишний эфир, який на протягу нескольких годин знакомил белорусов с подеями, что отбылись у родной краине и головными сусветными новинами. Ведущими первого прямого эфира на новом белорусском телеканале стали Катерина Тихомирова, Дарья Тарасова и Павел Лазовик. Формат работы у студии информационный, однако редакторы стараются его оживить, дякуючи махчимостям, якие дает новое студия и сучасная техника. Как развивались подеи на Макаёнка 9, справоздачу можно отсочивать у эфиры БТ. Спецрепортаж рыхтуется и для панорамы. Первый информационный телеканал начал вещание с 6 годин раницы и стал первым у истории айчинного телебачения с базовым контентом новины.